Зачем ты пришла? Это место полно страданий. Тебе помочь? Ты ничего не знаешь о страданиях. Это мой дом. Моя деревня. Уходи, проводница духов. Кроха, ты здесь? Ну где же ты? Привет. Привет. О, не бойся. Что тут случилось, малыш?
выживем. Пошли. Thank you.
вперед! Не поднимите? Не подвинете? Позволь мне помочь. Я могу излечить этих духов и восстановить равновесие леса. Я знаю таких, как ты. Ты ощущаешь силу, что течет в этих землях, но ты не в состоянии понять ее. Скверно. Лишь они остались здесь. Эти земли можно исцелить, но ты должен уйти, дух. Уйти в мир иной. Это ты здесь чужая. Я никогда не брошу свой народ. Yeah.
Выходите. Теперь тут безопасно. Гляди, Сая, она убрала порчу. А Милки едят ее. Им нравится. Я Кена. Почему вы в лесу одни? Не волнуйся. Мы давно можем о себе позаботиться. Да, вижу. Вы оба молодцы. Вы знаете, кто этот дух в рогатой маске? Не знаем, но рядом с ним порча становится сильнее. Ну, а что ты здесь делаешь, в лесу? Ищу священный горный храм. Покажите дорогу. Если хочешь добраться до горного храма, сперва помоги нам. Наш брат Тара потерялся в лесу. Прошу, помоги ему. Отличная идея, Сая. Ей это расплюнуть. Видела, что она сделала с тем монстром. Помоги найти Тара, и мы отведем тебя к храму. Идем. Наша деревня вон там. Thank you.
Таро там? Через барьер не пройти. Может, Заджу поможет? Обычно он сидит в храме масок. Это там, где священные деревья. Ты понравилась гнилушкам. Обычно они скромные. Но что-то мне подсказывает, что ты пришла сюда не в поисках лесных обитателей. Здравствуй, дух. Я ищу священный горный храм. Наша деревня связана с энергией храма, но эта связь давно ослабла. Теперь здесь мешкают духи, ставшие узниками наших былых трагедий. Ты должна помочь им, если хочешь добраться до храма. По пути я встретила двух детей. Они просили помочь некому Таро. Неудивительно, что Бенни и Сая нашли тебя. Они умные малыши и сделают все ради их брата. Мы всегда вырезали маски из дерева, чтобы почтить тех, кто ушел. Здесь маски медленно обращаются в прах и помогают духу на пути к следующей жизни. Мой отец был проводником. У нас разные обычаи, но он помог многим духам совершить переход. Значит, ты знаешь, что происходит с духами, неспособными уйти. Это маска Таро. Она связана с его духом и поможет тебе выполнить обещание, данное детям. Присмотри за Бенни и Саей. Им сложно будет понять судьбу своего брата. Thank you.
это? За ним! Может, он приведет нас к Тара? Вот там. Подвините. Он полетел туда, но мы не можем пройти. Опять эта гадость преградила путь. Уберешь ее, чтобы мы прошли?
вперед! Смотри, Кена, я знаю, что это. Лесная слеза. Ого, взгляни на гнилушек. Какие они милые. Вот это да. А что они умеют делать, Кена? Здесь что-то есть. Спорим, тут может вырасти слеза.